Всем здравствуйте! Канал Хапаева Олега, тренер Хапаев. Здесь, на этом канале, разговариваем о суставных заболеваниях, о каких-либо проблемах с позвоночником, как можно путем физических упражнений исправить ситуацию, которая сложилась у каждого отдельно, или, в общем, рассмотреть какие-то советы экспертов других, мои советы. И, в общем-то, на моем канале все идет из моего личного опыта, мои такие наброски из жизни и тренировки из моего личного плана. Я хочу сказать, что сегодня у нас праздник такой небольшой, юбилей. Вот благодаря вам, дорогие подписчики, кто меня вот смотрит уже на протяжении больше года, полутора лет, благодаря вам я перешел рубеж 10 тысяч подписчиков, и, соответственно, наш канал имеет какое-то развитие, имеет небольшую, но популярность. Поэтому я постараюсь дальше помогать вам своими исследованиями, своими какими-то скудными знаниями. Все, что есть, я отдаю без остатка, без сожаления, потому что я сам являюсь на сегодняшний день обладателем коксартроза 2-3 степени на левой ноге, на правой там уже тоже идет какое-то развитие, поэтому борьба идет вместе, и все, что я на себе испытываю, я с удовольствием рассказываю вам, и плохое, и хорошее. Поэтому, если кому-то эта тема близка, нравится, посмотрите предыдущие мои фильмы и сделайте правильный выбор. Подпишитесь, увеличьте тем самым общее количество подписчиков. Всем я желаю крепкого, хорошего здоровья. Конечно, чтобы суставы были здоровы, чтобы молодость духа не покидала вас, потому что это самое главное. Ну и дальше будем бороться, искать пути выхода из этой ситуации. Если кто-то лично со мной хочет пообщаться, то всегда во всех видеороликах внизу есть контакты по соцсетям, по WhatsApp. Находите, смотрите, смелее ищите. Если мы говорим о WhatsApp, то там через +7 и пошли уже цифры. Там +7 9 18 144 16 97. Смелее пишите. Я в открытом доступе, я готов с вами общаться. Спасибо всем моим партнерам, всем моим друзьям. Отдельно хочу сказать, Игорь Пахилов, спасибо тебе за все, что ты сделал, за то, что ты рядом со мной, за то, что ты помогаешь. Дальше будем развиваться и дальше будем помогать страждущим и всем, кто хочет быть рядом с нами. Все, спасибо, до скорой встречи. Я думаю, что вот прямо скоро-скоро выйдет очередной ролик, интересный ролик по борьбе с коксартрозом. Всем пока!